28 мая, понедельник. Вот изучаю фотоаппарат, на телефоне места нет. Я сегодня уезжаю, понедельник. Время 9 утра. Вот сходила на завтрак, позавтракала в ресторане. Ну, недорого, 80 гривен всего. Вот, время 9 часов, надо до 12 выселяться. Ну, я думаю, что мы сейчас созвонимся тут с одной знакомой. Часиков до 11 созвонимся. Я, наверное, к ней поеду. Вот на тот берег, только дальше, там через автомобильный мост. Какая красота, какая река широкая. Особенно вот в ту сторону. Там Днепр поворачивает куда-то. Когда по набережной не видно, потому что там остров. А вообще поворачивает река в ту сторону. Вообще очень широкая река, Днепр красивая. А вот здесь тоже острова. Вот как-то вот и в ту сторону, и в эту. Место, конечно, потрясающей красоты. Обалденное просто. Тут еще какая-то канатная дорога есть, но она не работает. Через Днепр, наверное. Тут вот маленькая, есть побольше. Тут где-то большая есть. Только не работает ничего, нифига. Так, ладно, пойду собираться.